красиво, как маленький водопадик, полноводье. Воды очень много. Красота. Варим уху сегодня. Уже накидали, не успела заснять. Рыбка еще у нас идет. Там у нас еще кушочек один. И сапог чуть не сгорел. И плавнички. И еще запчасти всякие разные. Икра. Печень щучья, плавники, голова, три окуня. У нас будет уха на природе. Сейчас сварим. Елка тут. Да-да-да, елка-метелка, как всегда. Лёвчик там копается. Что ты делаешь, сынок? Продолжим. Достаем. Лишь бы она предательски сейчас не развалилась, а то такая нежная рыбка. Клёво. Сними. Клёво. Стряпнул. Пенёк. Там вот так. На собаку не опрокинь. Постараюсь. На нее не должно прокинуться. Ага. Молодец. Окунь какой хорошенький. Тяжеленький. Чуть у меня сковородка на собаку не упала. Лёва, дай вторую ложку. Я. Там. Дальше еще ушица будет вариться. Щучьи хвосты, щучий хвост, щучьи плавники, окуня. Просто рыбный день. Картошку почистить надо теперь. Луковички, картошечки. О, чесночок был. Я так с утра хотела чесночка с помидорками в яичнице. У нас, оказывается, он был. Мы только сейчас... Слава Богу. Почему, слава Богу? Дима не любит такую яичницу. Прям доела мне уже. Доела? А я люблю. А мне нравится. Жирок на бульончике для ухи небольшой, но есть, имеется. Если подуть, он расплывается. Хорошо, уха будет жирненькая. Ну, окунь, щука, рыбы постные. Там нельзя говорить о том, что прям так жира будут, елки-палки. Картошку. Сначала бульончик сварили. С рыбкой. Рыбный бульончик. Потом картошку закидываем. А картошки сколько надо, Дим? Чтоб наесться. Сколько хочешь, хоть. Чтобы ложка стояла, можно? Это будет уже не уха. А что? Пюре. Тушенка рыбная. А ты будешь там заниматься вот этим вот, скажи мне, стопку в уху, головешку тушить, нет? Извращенец, что ли? А почему нет? Ну, в плане, я поняла, что ты не извращенец, а почему ты не будешь это делать? Ты можешь пояснить какое-то творческое свое мнение высказать по этому поводу? Не? Такая головешка, и так уже на костре все готовится. Ну, это согласна. Ну. А водка зачем? Водки так жалко, мало. А мы с тобой как-то готовили, помнишь, в палатке ночевали такую уху, водку и головешку, нам с тобой что-то не зашло.
так насыщенный вкус. Зачем еще это? Вот это? Мы так не делаем. А водку Дима пожалел. По идее, вода чистая. Ничего там дезинфицировать не надо. Сладковатый какой-то запах, запах или вкус. Водка, ну я не знаю, дает, не дает. По-моему, это бред полный. Фигня это все. А вот, кстати, знаешь что? Я помню, что когда добавляли водку, то потом не образуется. Помнишь, вот рыба такая становится желейная. Уха такая не будет на утро. Застывшая. Она будет жидкая. Я тебе серьезно говорю, я проверяла. Вот поставили. Пусть закипит. Картошечка сварится. А лучок, Дим, лучок. Когда? Хочешь, сейчас положу? Хочу, давай, клади. Несет, несет, мой лук несет. Оп, чпоник туда целый. Потом удобно достал и выкинул. Не надо его там вылавливать. Вареный лук мало кто любит. Уха уже кипит вовсю. Лавровый листочек. Картошку сварила, Зиня? Нет? Куда есть-то уже? Сейчас будем. Минут через пять. Минут через пять еще ждем. О, дрова тут какие. Костерок какой у нас. Что у нас? Готово? Готово. Уже паника в селе. Давай. Ага. А луковичку что, нафиг? А где тарелки? А по тарелкам? Тарелки? Тарелки дома. Наготовили еды. Сейчас уже это мне накладывать будут. Уху. Вот. Они, ребята мои, поедят с кастрюли, с этой, с котелка. А мне вот сделали мензурку. Да, я буду есть отдельно. Я буду есть. Вкусно! Наливай мне. В смысле, будешь чавкать, что ли? Да, буду чавкать на камеру. Ага. Все, хватит, кот льешь, что я же лопну, мне еще чай потом пить. Спасибо большое. Угу, вкуснота какая.